Мы вновь в эфире. Продолжаем держать руку на пульсе событий региона. Через холод к знаниям кировские школьники вынуждены греться на уроках. Не снимая курток, речь идет о 65-й школе в Нововятском районе. Сегодня там пропало отопление, и занятия стали настоящим испытанием для детей. Фотографии замерзающих учеников появились в социальных сетях. Из-за остывших батарей температура в классах не достигала 15 градусов. Ученики решили не снимать верхнюю одежду. Видимо, холод для руководства школы не повод для отмены занятий. Ситуацию прокомментировали в горадминистрации. По мнению чиновников, отопление в школе пропало из-за перепадов давления в теплосети. Проблему попытались устранить. Сейчас обещают, что батареи в 65-й школе нагреются в течение нескольких дней. Наладить погоду в доме обещают и жильцам на Молодой гвардии 41. На днях мы рассказывали о ледниковом периоде в их квартирах. Жильцы винят в проблеме управляющую компанию и чиновников, которые прикрываются коронавирусом и не идут на контакт. К делу подключилась прокуратура. Она начала проверку, после которой виновных должны привлечь к ответственности.